Друзья, всем привет! Мы вновь на Ческом. FM Magua. Сразу вспоминается Финемор Купер, да? Да, есть такая буква в этом слове. Так, а как тут? Конь С6, наверное, да? Ту-ду-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, это все теория. Все это мы проходили. Мы все учились понемногу чему-нибудь. И как-нибудь. Так, а что это? Так хорошо, да? Два ноля. Два ноля. Два ноля. Я не хочу ходить. Так. Кстати, как ходить? Давай так. Холодно сделал рокировку. Чингачгук большой змей, да? Натаниэль, как там его, Бампо, герои этого романа. Я читал, друзья, в свое время. Я все это читал. Так, зараза, на С6 хочется жрать. Молчонок, ладно, надо забирать, видимо, да? Так, ладья 8 вроде. Вроде ход тоже напрашивается. На слон С7 я пойду, ладья С8. F3 ходит и правильно делает. Абсолютно верно. Абсолютно, да? Так, ладья Б8. Ладья Б8, Б3. Надо, не надо. H5, в принципе, ход тоже, наверное, неплохой. Ладья С1, слоника... Слоника на D3 запулить. На D3 на всякий случай, да? Хотя... Да, вот, видимо, на D3 не надо было его пулить, зараза, а? Сразу пойти на G6. Ну, це ладно. Проиграть я здесь не должен, честно говоря. Давай пойдем слон F6. Готов я пожертвовать тебе пешку. Ух ты! Ты, я смотрю, вообще парень нагловатый, да, малёха? Малёха наглец. Давай ещё на А7 забери. Все сожри у меня. Гася без берегов, парнишка, реально. Ну-ка так. Магуа без берегов. Не, ну тебя заберу. Тебя заберу. Ой-ой-ой, здесь я заберу, видимо. А слон D4. Так, стоп, слон D4 я не выиграю. Да нет, вроде, да. Аджа, маленький мой. Камон, 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 болчонок. Ну что ты, Магуа? Где ты учился, я преподавал. Друзья, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. 2700 мы вернули. И до новых встреч.